Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Старым Новым Годом! Дорогие друзья, прежде чем мы начнем, хотелось бы немножко обменяться поздравлениями друг другу, что мы давайте и сделаем в чате, и поздравим всех с ушедшим Старым Новым Годом. Наконец-таки закончились новогодние праздники, бурные, да, и можем этим вебинаром открыть дверь в новый трудовой год, когда мы и сделаем очень много новых проектов, постигнем новые вершины знаний и всего-всего, что только вам самим хочется, как программисту, как интеллектуалу в новом 2018 году. Хочу вам подарить небольшой музыкальный подарок. Сам я, конечно, на пианино играть не буду, но одно видео, где я, пока все подойдут, да, предоставлю вам. Ну, а пока в чате давайте друг друга поздравим со Старым Новым Годом и напишите, пожалуйста, из какого вы города. Можете так написать: поздравления с Новым Годом из такого-то города. Вот мое поздравление в чате. Попробуйте его открыть и напишите, открылось ли. Музыкальное поздравление от магистра. Так, сейчас доберусь до чата. Итак, поздравляю всех со Старым Новым Годом из Бийска, из Архангельска, из Бердичева, или Бердичева, извините, если не так, из Дмитриевграда, из Тарнова, из Висогиноса даже, это мой родной город, где я сам живу, из Пущино. Отлично. Что ж, все на связи. Напишите три плюсика, если вы открыли и прослушали мое музыкальное поздравление, которое было записано в прошлом году. Ну, надо же какую-то рождественскую задать тему, да? Рождественское настроение. Дорогие друзья, видео я отключу, долго лицезреть у меня не будете, да? Но буквально первые несколько слов скажу на камеру. Сегодня хромакей не поставил. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в чате, сколько вам лет. Причем напишите не сколько вам, а сколько вам лет станет в этом году, в 2018 году. Потому что прибавилась единица, да, инкремент, C++, ER++. Еще один год прошел, новый настал. И в этом новом году будут новые, конечно же, цели. Так вот, сколько вам году исполнится в этом новом году? Сколько вам будет? Напишите, пожалуйста, в чате. Это не праздный вопрос. Та тема, которую мы будем сегодня обсуждать, напрямую связана с вашим возрастом. Я для вас сегодня приготовил сюрприз. Я, честно говоря, не знаю, как вы отнесетесь к этому сюрпризу, как отнесется руководство нашего компании ИТВДН, но уверен, что тема заслуживает внимания, потому что до сих пор она актуальна. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами напишем новогодний лабиринт с использованием графики, музыки, клавиатуры, ну и создания там элементарных алгоритмов. Лабиринт простой, но новогодний. И самая главная задача – выбрать технологию. И вот тут я хочу обратиться к вам, дорогие друзья. Какую технологию вы бы порекомендовали в канун Старого Нового Года?
Что такое может быть новое, хорошо забытое старое, которое можно было бы использовать для создания новогоднего лабиринта? Как вы думаете? Итак, кому-то, вижу, из города Луцка, кому-то 18, 21, 43 года, 32, 34, 28, Сергею 16, Андрею 37. Ну вот кому 35 и больше, я думаю, меня хорошо поймут. Но тем не менее, на чем вы предложили бы, какую старую новую технологию вы предложили для создания новогоднего лабиринта? Так, 27, 28, 29, почему-то с грустными улыбками от Повелоса. Так, 31, 43, ну разброс такой. Так, Фортран, Федор Скворцов. Ну, Фортран, я думаю, постарше меня будет, и я не застал эту технологию. Java, нет, сегодня Java не будет. Assembler. Assembler тема классная, но я думаю, мы вряд ли бы успели, да, сегодня, чтобы еще и на Java. C-Sharp. Ну, C-Sharp это новая технология, но не потому, что хорошо забытая старая. Python. Python это очень новая, да. Java, Java, C-Sharp, C-Sharp, Java, Python. 1S даже кто-то предложил. Что ж, пока вы гадаете, расскажу буквально пару слов о себе. Я здесь забыл поменять заголовок, да, здесь старый Новый год. Итак, автор этого курса это я, Волосатов Евгений Витольевич, магистр математики и информатики. Закончил Вильнюсский государственный университет еще в 2007 году на стадии магистра. Дальше уже было неинтересно. И, собственно, всю свою сознательную жизнь я занимаюсь программированием и обучением. Считаю это своим призванием, мне это очень нравится. И я создал несколько десятков практических видеокурсов. Мой упор именно на практику. Я люблю быстрые результаты. По C-Sharp, по Java, по SQL, по PHP. И еще по одной технологии, которую сегодня мы с вами и рассмотрим, и с которой мы сегодня с вами поработаем. Мой персональный сайт videosharp.info, где, собственно, эти практические видеокурсы и размещены. Можете посмотреть. Итак, теперь давайте сузим область технологий. Вот. На этой страничке изображено старые добрые технологии, одну из которых мы сегодня задействуем для создания нашего новогоднего лабиринта. Надеюсь на ваше понимание, особенно тем, кому 35 и больше, и кто застал эту технологию еще в своем живом воплощении, и а те, кто не застал, тем более будет интересно поработать с этой технологией. Почему? Для того, чтобы все понимается в сравнении. Согласны? Так, что тут еще? Паскаль. Паскаль предлагает. Очень хорошая. Помню, что на ESC Turbo Pascal запускался 20 секунд. C++, Basic, Unity, C-Sharp, Lisp даже. Ну, Алекс, какие у тебя интересные предложения. Java Spring. Ну, до весны еще не дождались, да? Чтобы Java Spring использовать. Шучу. Assembler. Угу. Так вот, для тех, кто познакомился с компьютером, когда они уже были маленькие, а память большая, они просто не представляют, как сложно было раньше. Ну, до области перфокарт и дискет мы, конечно, не опустимся, но тем не менее, насколько раньше было сложно что-либо сделать и выжимать из техники каждый бит, каждый байт, чтобы что-то получилось. Вот. Что ж, настал торжественный момент. Какая именно технология будет сегодня показана? Мы сегодня с вами поработаем. Да-да-да, со старым добрым ZX Spectrum. Кто застал эту технологию, напишите, пожалуйста, восторженные плюсики, и кто с этим работал. И этот компьютер, который лично для меня произвел фурор, это первый компьютер, который стоил сравнительно недорого и был с графическим интерфейсом, в нем было 16 цветов. Сегодняшний лабиринт, дорогие друзья, мы будем писать на ZX Spectrum. На страничке вы видите, какой именно, на каком именно сайте это отображено. Я полагаю, свое видео я уже могу отключать, потому что сейчас мы будем включаться в работу и, собственно, начинать. Да, можно было бы и на МК-61 тоже написать. Напишите, пожалуйста, нравится ли вам этот выбор технологии. Ни Java и ни C-Sharp, ни Pascal и ни Assembler, ни Python и ни C++ и ни C-Sharp, а старый добрый ZX Spectrum. И у нас сегодня будет две части нашего вебинара. На первой части мы с вами познакомимся, поработаем немножко с этой
технологий, чтобы вы вспомнили и не то что вспомнили, кто-то вспомнил, а кто-то потренировался на вборе команд, как тут все работает. И на втором часе мы, собственно, приступим к созданию этой самой программы. В первой части я очень прошу вас, дорогие друзья, поработайте максимально активно, максимально эффективно, потому что здесь мы не будем торопиться, будем все делать постепенно. С толком, с расстановкой. Я бы хотел, чтобы и вы тоже запустили. Ссылку я отправил в чат. Пожалуйста, откройте ее и напишите 128, нет, 48. 48 килобайт было в этом ZX-спектрами. Кто готов с нами работать? Ну вот, Владимир собирал его. Кому-то не нравится, кому-то прикольно. Нет, Java сегодня не будет. Если хотите Java, есть Java Sapper мы делали, я выложил плейлист, и там полностью создание этой программы. Сегодня у нас старо-новогодний вебинар, и я решил такой именно сюрприз для вас предложить, предоставить. И надеюсь на ваше, скажем так, на ваше достаточное чувство юмора для того, чтобы поработать в этой старой доброй технологии. Памяти? Памяти хватит. В названии Java и C#, ну, видимо, для того, чтобы вы пришли сюда. Потому что я не мог написать ZX название, потому что тогда не было бы сюрприза. Сюрприз удался, я вижу. Мнения разделились. Но все же я предлагаю вам познакомиться с этой технологией и узнать, как было раньше. Оно стоит того. Я не знаю, на JavaScript или эмулятор, может быть и на JavaScript. Сайт называется torinac.com QAOP. Так, вижу, что некоторые уже его запустили. Отлично. И в таком случае мы с вами сейчас продолжим. Точнее, начнем с ним работать. Сначала расскажу про клавиатуру, о которой стоит, конечно же, сказать, потому что она была минимально возможная для компьютера. На ней всего 40 клавиш было. Это все цифровые клавиши, буквенные и клавиши Enter, Caps Shift и другие полезные. И вся прелесть этого компьютера была в том, что команды набирались буквально нажатием одной клавиши. Вот все те буквы, которые написаны с белым цветом здесь, набираются при нажатии всего одной клавиши. И давайте прям сразу это и попробуем. Вот в этом нашем команде напишем команду Border, букву B нажмите, и получится Border 1. Вот. И таким образом можно изменить цвет рамки. И вот именно это попробуйте сейчас сделать. Переключить все цвета. Нажимаете клавишу B, Border. Как вы помните, наш лабиринт будет использовать все 7 различные технологии. Это цвет, графику, звуковое сопровождение и управление, да, алгоритм. Вот сейчас мы начинаем, собственно, с цветов. Да? Самое простое, самое элементарное, что можно сделать, это цвета. У кого получилось переключать цвета, напишите в комментариях 50 и прощелкайте все цвета от нуля до последнего. Можете остановиться на том цвете, какой вам нравится. Можете написать в чате 50 плюс и то та цифра, цвет которой вам больше всего понравился. Если вы хотите большего погружения в атмосферу далеких 90, короче, прошлого тысячелетия, да, можете нажать клавишу F11. Лично мне очень нравится, какой звук был, вот именно такой, как был на спектруме, когда клавишу нажимаешь. Вот. И цвета и все остальное очень... То есть эмулятор просто прекраснейший, как это было, как это сделано. Угу. Отлично. Ну что, по количеству цифр 50 я хочу увидеть, сколько человек реально со мной будет работать. Пожалуйста, напишите все, кто это протестировал. Так, Данил, Синер, Сергей Сергеевич, Александр Ключник, Федор Скворцов, Алекс, Сергей, Повелос. Ну, цифры, да, цифры нужно набирать на основной клавиатуре.
Хорошо. Ну вот как минимум 10 человек. Это хорошо. Что ж, в таком случае продолжим. Теперь, чтобы нам набирать, мы же с вами сегодня будем писать программу, да? И для того, чтобы ее написать, необходимо все-таки знать, что и как на этом клавиатуре следует набирать. Я здесь вывел клавишу P, print, tab, кавычку, она же copyright и все остальные. И все эти символы можно набирать с помощью одной этой клавиши. Видимо, это единственная клавиша, которая может полноценную команду набрать, используя только ее одну. Вот. И для работы с клавиатурой вам надо знать, что есть несколько режимов. Первый режим командный – это K. То есть, когда вот вы видите это окошко, курсор мигает в виде какой-то буквы. Эта буква и означает режим клавиатуры. В этом командном режиме набирается то слово, которое написано вот прямо здесь – print. Поэтому, если вы нажмете клавишу print, нажмете Enter, она будет выполнена. Ну, как бы он выводит пустую строчку, поэтому визуально вы как бы ничего не видите. Но она выполняется. Кто это сделал, напишите в чате 55, что print команду вам вывести удалось. Следующий режим набора букв и символов – это режим L, в котором набирается то, что находится, ну, собственно, в центре этой клавиши, кроме командного слова. Это буква и это кавычки. И после набора команды курсор переходит в этот режим L, и тут вы можете набирать или буквы, или вот эти кавычки. Для нажатия кавычек нужно набирать Ctrl-P. Ctrl-P. Хотя можете набрать Shift кавычку. На обычной клавиатуре это возможно. Вот. Ну и чтобы это все сделать, вы можете набрать что-то вроде такого. И, пожалуйста, на экране будет напечатано. Обратите внимание, что оно напечаталось не с самого верху, а чуть ниже. По той причине, что я несколько команд print уже набрал, и поэтому PPP вышло чуть-чуть ниже. Print. Ну, давайте там еще что-нибудь напечатаем. Напишите 60, если у вас это получилось. Набрать эту команду. Сейчас мы рассматриваем, конечно же, не все. Вы не думайте, что мы сейчас будем всю большую клавиатуру изучать. Да? Наша задача с вами сейчас разобраться с теми командами, которые будут использоваться при создании нашего лабиринта. Это команды print, это команды border, да, команда paper цвет фона, команда ink цвет чернил, команда bip издавание звуков, ну еще некоторые команды, там dim для определения массива, команда let для присваивания, go to для перехода, go sub для выхода в подпрограмму, команда return, вот она, для выхода из-под программы. Ну, еще несколько команд. Ну, if, естественно, и так далее. Угу. Вот. Хорошо. И еще есть один режим, расширенный, для набора команд. Чтобы перейти в расширенный режим набора команд, по идее, надо нажать Ctrl-Shift, но в этом эмуляторе есть упрощение. Достаточно всего одну клавишу, Tab, нажать, для того, чтобы перейти в этот самый режим. Поэтому давайте нажмем клавишу Tab и сразу режим курсора E. И тут можно вот набирать либо то, что сверху, либо если с Ctrl-P нажать, будет то, что снизу. Вот. То есть для нажатия слова Tab нужно нажать клавишу Tab и просто P. А для того, чтобы набрать то, что внизу клавиши, нужно Tab и Shift-P. Вот такие комбинации клавиш необходимо сделать. И вот тут вот на клавише P вы видите, да? С этими вещами разобрались. То, что сверху набирается в режиме E, то, что снизу тоже. В такой последовательности. У кого получилось набрать Tab и знак копирайта, напишите, пожалуйста, 70. Вот. Эта команда, конечно, не сработает. Но пока убедитесь, что вы смогли ее набрать. Еще раз напомню. Повторю. Нажимаете клавишу Tab на клавиатуре, нажимаете P. Вот будет команда Tab. Нажимаете еще раз клавишу Tab. Ну, тут как бы получается, что и клавиша Tab, и на экран выводится Tab. Это совпадение совершенно случайное, не имеющее друг к другу никакой связи. Ну, буквы те же самые. И Ctrl-P получается вот эта вот команда. Вот. Если бы я жил в 40-х-50-х годов, возможно, я бы взял его за основу. Но я выбрал все-таки более современную технологию и революционную в некотором плане. И сегодня, как и обещал, сюрприз удался, я надеюсь. По крайней мере, по вашим комментариям я вижу, что вы это не ожидали. Значит, сюрприз удался.
И мы сегодня с вами все-таки познакомимся именно с ZX-спектрумом, с этой революционной технологией, которая сделала огромный прорыв. Для того, чтобы лучше понимать современность, имеет смысл иногда обратиться в прошлое. Уж вы не думаете, что я буду целый цикл этих вебинаров проводить. Нет, только сегодня, в преддверии Старого Нового Года, необходимо, чтобы было какое-то чудо, какое-то необычное, что-нибудь новое, старое, хорошо забытое старое. Я думаю, сегодняшний день как-никак лучше подходит для этой цели. Так, как поставить кавычки? Нажимаем команду Print и Ctrl-P, это будут кавычки. Потом клавиша Tab, и тут можно набрать копирайт. И, собственно, еще раз. У кого это получилось набрать, напишите 80. Ну, а на следующей страничке я расписал все клавиши, которые надо набрать для вывода вот такой команды. И вот это вам сейчас самостоятельное задание. Наберите вот такую команду 10 раз. Почему 10? Ну, для того, чтобы попрактиковаться, да, на этой клавиатуре не так-то просто еще и все и набрать, да, и что еще раз подчеркивает, насколько же все-таки проще стало сейчас. Итак, вместе пройдем по этим пунктам, которые тут у нас расписаны на экране, да? Сначала набираем просто P. Print. Дальше набираем Tab P. Это будет Tab. Дальше можно эту табуляцию указать. Табуляция — это означает, сколько пробелов, грубо говоря, появляется, да? Точку запятой набирается. Ну, тут другая клавиша нужна для точки запятой. Вы можете просто на клавиатуре набрать точку запятой. Но если вы хотите сделать по кошерному, по ZX-спектрумовскому, да, то нужно... Так, сейчас, где тут клавиатура у меня была? Вот она. То нужно клавишу O нажать. То есть Ctrl-O. Для того, чтобы набрать правильно точку запятой. Ctrl-O, это будет запятая. Тут получается ошибка, надо было Ctrl-O нажать. Дальше, Ctrl-P для открытия кавычки. Дальше, Tab и Shift-P для того, чтобы набрать знак копирайта. Дальше можете набрать P, можете набрать Shift-P и закрыть кавычку. И после этого нажать Enter, и вот будет соответствующий результат. Напишите, пожалуйста, в чат 100 плюс то число, сколько раз вы набрали эту команду. Надо набрать, я вас прошу, 10 раз это сделать. Если прямо на клавиатуре написаны команды print и vdim, то это получается машинный язык, она сама все это понимает и сразу выйдет на экран. Ну, в принципе, да. Дело в том, что каждая из этих команд, print там, или return, или goto, или gosub, кодируется в памяти компьютера всего одним байтом. Вот все знают, что такое ASCII, таблица, да? Коды от 0 до 127 более-менее совпадают, ну не все, но более-менее совпадают с американским стандартом, привычным нам. А вот начиная от 129 до 255, там совсем другая песня. Там один символ может обозначать графический символ или может означать командное слово. То есть все вот эти клавиши, которые на клавиатуре расписаны, кодируются так или иначе кодом, ну где-то там от 200 до от 192, не помню скольки. Ну короче, вот во второй части таблицы и ASCII. Чем это хорошо? Тем, что, ну смотрите, не нужно для слова randomize все буквы хранить, а только один единственный код. И, конечно же, программа на Basic в результате занимает значительно меньше памяти, а когда памяти так мало, что всего 48 килобайт должно хватить всем, да, то это очень актуально. То есть, когда вы набираете команду border или команду print, она занимает всего 1 байт в памяти, и это очень актуально. Угу. Нажал continue, и все зависло. Если что-то зависло, нужно нажать shift-пробел. Shift-пробел – это для остановки работы программы. Вот. Что ж, давайте пойдем дальше. Еще раз я тоже с вами вместе наберу. Print, tab. Было бы неплохо еще фиксировать, да, сколько времени
у вас ушло на набор этих команд. Вот. Но не будем сейчас на это самое. Но я прошу вас все-таки набрать эту команду реально 10 раз подряд, для того, чтобы чуть-чуть привыкнуть. Дальше придется писать больше. Но я вас не заставляю писать все, что я напишу сегодня, да. Хотя я с вами, вы сможете увидеть, как я напишу весь этот лабиринт. Мало того, я вам буду образы иногда предоставлять, не всегда. Но по желанию, то есть вторая часть, на вторую часть вебинара я буду действовать побыстрее. За мной успеть могут только те, кто уже работал со спектром и знает, что к чему. Но при желании вы сможете всегда просмотреть это видео в записи и тоже все это выполнить, если вам интересно. Вот. Но первую часть вебинара, пожалуйста, поработайте вместе с нами. Я специально сейчас не тороплюсь. Сейчас мы рассмотрим все команды, которые нам потребуются дальше при создании лабиринта. И давайте вместе поработаем. Так, ну что ж, давайте сейчас проведем такой опрос мнения. Насколько вы довольны темой сегодняшнего вебинара? Вы уверен, ну в процентах напишите, да, 100% очень доволен, 0% совершенно не удовлетворю. Зачем я хочу? Ну, я, конечно, слегка схитрил. Кому очень не нравится, наверное, уже вышли из этого вебинара, да? Но тем не менее. Так, хорошо. Я еще пару раз наберу, и мы перейдем к следующей команде. Так, тап-3, тап-4 у меня уже. Зачем надо набирать цифры подряд увеличиться? Ну, для того, чтобы вы знали, в который раз подряд вы это набираете. Мы пишем на ZX Spectrum. Ссылка на эмулятор находится вот здесь. Лучше все-таки было бы смотреть с самого начала. В один столбик, значит, ты все время Tab-1 пишешь. Я меняю команду. Print Tab. Сколько там уже? 5. Что ж, на этом, думаю, можно пока перейти к следующему этапу. И к следующему этапу должен вам сказать, должен предложить вам сделать скриншот того, что здесь есть. Я вам даже дам ссылку, где вы сможете скачать и презентацию, и клавиатуру. Нужна вам ссылка? Вот я спрошу, давайте, может, не нужна. Ссылку, где вы сможете скачать и клавиатуру, и презентацию, и другие вещи полезные. И мы дальше перейдем к созданию цветов. Вот на экране все цвета, и ваша задача сейчас попробовать не только бордер, но и paper, и ink переключить самостоятельно, попробовать это сделать. Я сейчас с клавиатурой помещу ее. Сейчас.
Так, я отправил ссылку, где можно посмотреть на полезные ссылки. Это и запуск эмулятора, и ZX-клавиатура, и ссылка на презентацию. Вот, это все чудо находится для тех, кто в записи смотрит. Вот на этом сайте. VideoSharp.info, вебинар. Вот здесь я все расписал, все, что вам необходимо будет. Эмулятор, клавиатура. Также здесь будет ссылка на обзор, на образ игры, когда мы ее напишем. Ссылка на презентацию. Можете вот это все скачать. Ну и потом запись всего, что было. Вот. Пожалуйста, можете сюда перейти и это все получить. Итак, продолжим. Да? Вещь в себе, совершенно верно. Сейчас мы с вами познакомимся с цветами, сколько их есть, и не только с помощью команды Border, что мы уже делали, да, но и с помощью команды Paper. Для команды Paper нужно перейти в режим E с нажатием клавиши Tab, потом нажать Ctrl-C, как бы это странно ни звучало, да, выбрать цвет, который вы хотите, и нажать Enter. Нажать нужно Enter еще раз, для того, чтобы вы увидели этот цвет на экране. Вот. Здесь перечислены все 7 цветов, которые есть в языке, в ZX Spectrum. Есть еще и Board Bright 1 режим, но мы с ним сегодня работать не будем, когда цвета более насыщены. То есть всего 16 цветов получается. Вот. А сейчас попробуйте вот с этим примером выбрать тот цвет, который вам нравится, и его включить. У кого это получится, напишите 128, кто смог переключить цвет и набрать его. Paper 5, Paper 6, Paper 7, ну и я выберу Paper 1, вот, чтобы все было одного синего цвета. C-Sharp обязательно будет и Java будет, но не сегодня. Сегодня у нас новогоднее настроение, старо-новогоднее, да, поэтому у нас старые технологии решили мы вспомнить. Угу. Отлично. И следующая команда это включение бумаги. Ink. Tab, Ctrl-X. Ink 4. Ну, чтобы увидеть, что вы печатаете, надо хотя бы print 1 сделать или print 2, да? То есть нажимаем Tab, Ctrl-X, цвет 5, допустим, и print 5. Вот, пожалуйста. Tab, Ctrl-X, цвет 6, print 6. Tab, Ctrl-X, ink, ну, 0, да, можете сделать, и print 0. Вот, то есть вот эти все цвета можно переключать, и вот у вас результат есть. Угу. Так, хорошо. Можем двигаться дальше. Ну, это мы, наверное, сейчас не будем радугу за бортом. Если захотите, потом сделаете. В принципе, дальше, какие команды мы будем проходить, это... Вам пригодится схема клавиатуры под рукой, потому что все эти команды необходимо будет сейчас набирать самостоятельно. Итак, сейчас мы еще раз вернемся к команде print, печать. И смотрите, на клавиатуре есть такие вот красивые, ну, относительно красивые псевдографика. Вот, на цифрах. Это тоже можно набирать прямо на клавиатуре, используя режим графики. То есть есть еще такой режим графики, который включается через нажатие Ctrl-9. На клавиатуре нажмите Ctrl-9, нет, извините, Shift-9, и появится мигающий прямоугольник буква G. Shift-9 надо нажать. И теперь вы можете понабирать вот эти все цифры, если хотите, можете с пробелом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А также Shift-1, Shift-2, Shift-3, Shift-4, Shift-5, Shift-6, Shift-7. Shift 8. И вот это все те символы псевдографики, которые можно печатать прямо в тексте программы. Да, вот прямо в тексте программы можно такие символы печатать. Но они набираются только в режиме псевдографики Shift 9. Включается и выключается нажатием клавиши Shift 9.
Поэтому давайте попробуем print p и вот здесь нажать shift F9 и в самом деле что-нибудь такое нарисовать, ну хотя бы по очереди эти все символы вывести. Не забудьте выйти из символа режима графики shift 9, закрыть кавычку, нажать enter. Вот такая вот команда получилась. Ну, наверное, нужно включить цвет 7. И давайте еще что-нибудь. То есть, таким образом, конечно же, можно что-нибудь, имея вполне конкретную цель, что-нибудь нарисовать. И мы лабиринт наш будем рисовать, используя эти символы псевдографики. Так, у кого это получилось, пожалуйста, напишите 130, у кого режим G получился, и мы продолжим. С цветом и с оператой печать мы разобрались, скоро мы перейдем к музыке, но прежде чем к ней перейдем, нам нужно с командой print еще немножко поработать. У команды print может быть атрибут add, который позволяет вывести символ где угодно на экране. Когда мы будем рисовать нашего человечка в нашем лабиринте, нам нужно будет его перемещать в разные места. Поэтому нам нужно будет набрать команду print, потом Ctrl-I, чтобы набралась команда add. И дальше вы можете указать координату x и y, где, собственно, выводить ваш символ. Ну, например, по x будет 20, по y, допустим, 3. Да? Наоборот, по x получилось 3, да, то есть сначала идет номер строки, 20, потом третья комбинация. Видите, где единичка вывелась. И вот поэкспериментируйте с этой командой. Print, Ctrl-I, буква P, Ctrl-I, потом пишите, ну, какой-нибудь, ну, давайте, например, 12,5. Помню, в Basic на БКшке эта команда была locate для переноса курсора, вот. Точку запятой, и потом в кавычках пишем, что мы хотим вывести. Да? Ну, давайте координаты 12, 5. Вот. У кого это получилось, напишите, пожалуйста, 135. А мы пойдем дальше. Угу. Отлично. Следующее, с чем мы должны поработать, это звуки. ZX Spectrum позволяет изображать звуки с помощью команды beep. Вот она, на клавише Z находится. Чтобы включить эту команду, получается, нужно набрать Tab, Ctrl-Z, и вот будет команда beep. Эта команда принимает два параметра. Какая нота и как долго она звучит. Наоборот, как долго она звучит. Сначала время, потом длительность. Причем клавиша число 0 означает нота до и потом единица до диез, двойка ре и так далее. То есть вы можете, например, выбрать 1 секунда и клавиша до. Вот такая команда. Beep 1,0. Чтобы набрать команду beep, напомню, нужно нажать клавишу Tab, потом Ctrl-Z. Вот. Вот такая вот команда. Нажимаем Top, Tab, Ctrl-Z. И давайте попробуем команду до следующей октавы. 12. И таким образом, выполняя оператор несколько раз, конечно же, можно составить целую мелодию. Вы можете указывать дробное количество времени, например, 0,3 секунды. Да? Ну, на какую-нибудь ноту, например, минус 12 на октаву ниже. И поэкспериментируйте. У кого это получилось, напишите 140. Появилось. Наверное, после 12 нужно было запятую поставить, а ты точку поставил. Print
add 12,5, потом точка запятой и вот так вот. Вот команда такая должна была быть. Так, tab, Ctrl Z. Ну и давайте еще какой-нибудь звук попробуем изобразить. 0,5, например, нота 6. Это значит, ну, можете посчитать. 0 это до, 2 это ре, 4 это ми, 5 это фа, 6 значит фа диез будет. Ну, кто знает музыку, может немножко примерно представить. Угу. Отлично. Со звуками мы уже немножко познакомились. Хорошо. Тогда переходим дальше. Нам нужно будет еще опрашивать клавиатуру. Чтобы сделать наш лабиринт, нужно будет работать с клавиатурой. И для работы клавиатуры есть две команды. Первая команда называется пауза. Пауза 0. Эта команда ждет, пока вы не нажмете какую-нибудь клавишу. Команда пауза набирается при нажатии кнопки M. Вот. Нажимаете M и потом число 0. Вообще здесь пишется, сколько секунд надо ждать. Да? Вы можете написать пауза 3. Нет, наверное, миллисекунда. Наверное, сотые доли секунды. Вот. Ну, как бы там ни было, команда pause 0 ждет неопределенное количество времени, пока вы не нажмете любую клавишу на клавиатуре. Это нам пригодится команда. Прежде чем мы будем опрашивать клавиатуру, мы должны дождаться, пока в самом деле что-то будет нажато. Попробуйте выполнить эту команду. Пауза 0. Жмете Enter. Ждете сколько хотите, нажимаете любую клавишу, и команда выполняется. Кто попробовал команду паузы, напишите, пожалуйста, в чате 150. Вы можете писать несколько команд друг за другом. Для этого используется двоеточие. Поэтому можете набрать паузы 0, двоеточие, потом, например, Ctrl-X, Tab, Ctrl-Z для команды beep, например, одну секунду какую-нибудь ноту сыграть. Потом через двоеточие, например, еще сделать print ok. Ну вот, что-то такое. Попробуйте и такую команду сделать, которая сначала ждет нажатия клавиши, потом звучит звуковой сигнал и выводится команда ok. Нажимаем любую клавишу. Вот такая вот на ZX Spectrum была технология для вывода звуковых сигналов через обычный бипер. Угу. Хорошо. Идем дальше. Как же нам считать клавишу? Кстати, этот сайт, эмулятор, называется QAOP. Это не что иное, как клавиши для игры, то есть для управления каким-либо существом. Да? Q вверх, А вниз, О влево, П вправо. Попробуйте свои клавиши, свои пальцы клавиши поставить на эти буквы QAOP, и вы увидите, что получается некоторого рода такой джойстик. Левой рукой вверх-вниз, правой влево-вправо. Вот. Ну, как-то почему-то не было принято или считалось, что это не очень удобно играть одной рукой, и вот было разделено на две клавиши. Было вот так вот принято. Либо ZXMK часто использовался, либо QAOP. Ну, QAOP более частая. Вот. И настолько популярна эта комбинация, что даже вот в названии этого эмулятора было помещено. Так вот, нам нужно эти самые клавиши каким-то образом считывать. Как это считывать? Для этой цели есть специальная команда, которая называется INKEY. То есть из двух слов. В клавиша, да, то есть считать клавиши. Значок доллара, если вы помните, в Basic означает принадлежность к символьным типам. Что это не просто, что это не число будет, а именно строка. И вот эту команду INKEY нам и нужно задействовать, использовать для того, чтобы мы могли считать нажатую клавишу. Как мы это сделаем? Для этого мы должны сначала выполнить команду pause 0, чтобы мы подождали, пока клавиша будет нажата. Если мы сразу воспользуемся INKEY, то мы не увидим, что произошло, да, потому что она сразу, после нажатия Enter, мы не успеем еще раз нажать клавишу, чтобы это отработало. Поэтому мы делаем сначала задержку до нажатия любой клавиши. Потом мы набираем клавишу INKEY, нажимаем Tab для перехода в режим E и нажимаем клавишу N.
Inkey. Нет, я немножко поторопился. Сначала выбираем команду print и потом tab n. Вот, вот она, tab n. В результате мы напечатаем на экран то, что получит команда Inkey. То, что будет нажато на клавиатуре. Вот эту команду выполните. Нажмите любую клавишу, например, Y нажал. И, как видите, напечатана та самая клавиша, которая была нажата. Попробуем еще раз. Сначала M0, пауза 0. Вот. Потом двоеточие. Кстати, чтобы набирать двоеточие прям так, как надо, да, по спектрумовски, необходимо нажать Shift-Z. Нет, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Это по-правильному, да, вот двоеточие на букве Z находится. Вот. Потом print, tab, n, ну и нажмем enter. Вот такая вот команда. Давайте нажмем какую-нибудь поинтереснее клавишу, например, цифру 1. Ну вот, цифру 1 нажал, она отработала. У кого это получилось, напишите, пожалуйста, в чате 160. Еще раз напомню, сначала пауза 0, это M0, потом двоеточие, Ctrl-Z, потом print, буква P, tab, N, Inkey, ну и вот такая команда. В этом случае мы получаем клавишу, печатаем, но нигде ее не сохраняем. А если вы хотите где-то сохранить, то нужно использовать команду let присваивания. Вот. Ну и сейчас мы к этому и перейдем. Сейчас я нажму какую-нибудь клавишу. Ну, давайте... Shift 8 или Ctrl. Нет, Shift. Так, а где у нас тут звездочка? Звездочка у нас где тут есть? На B. То есть, если нажму Ctrl-B, то будет звездочка. Да, вот у нас звездочка получилась. Отлично. Что ж, в таком случае идем дальше. Теперь мы с вами поработаем с переменными. Вы можете любые переменные выводить на экран, например, print-p. Однако, при выполнении этой команды выйдет ошибка, переменная не найдена, по той причине, что такой переменной нет. Да? Нужно ей сначала присвоить. Для присвоения переменных используется команда let. Мы с ней тоже будем много работать. Нажимаем кнопочку L, получается команда let. Да? Дальше мы пишем любую переменную, например, p равно, ну и что вы хотите ей присвоить. Let p равно 5. И теперь команда print p уже напечатает вполне конкретное число, 5. Попробуйте, пожалуйста, с командой let поработать. Вот кто бы мне в 96-м или в 5-м году вот так вот все про спектрум бы рассказал, я был бы благодарен. Let o равно 8, print o, запятая p. Вот он выведет с табуляции сначала одно число, потом другое. Кто это сделал, выполнил команду let, убедился, что она работает, напишите 170. Отлично. Идем дальше. Ну, естественно, переменную вы можете изменять. P равно P плюс 1. Это, я думаю, понятно. Print P. Пожалуйста, такие команды тоже можете выполнять. Вот было 5, стало 6. Идем дальше. Вы можете использовать циклы. Давайте прежде чем циклы, наверное, все-таки еще с командой let, да, поработаем. Давайте, вот помните, мы делали команду pause 0 задержки. Теперь давайте команду let l и какой-нибудь переменной c$
Так, теперь, чтобы набрать C доллар, доллар, Ctrl 4. Ctrl 4. Вот, это символьная переменная, именно в нее давайте запишем этот самый INKEY. Вот. То есть C, Ctrl 4, Tab N, чтобы вот такую команду набрать. Вот, давайте выполним такую команду, нажмем Enter, нажмем любую клавишу, например, 7 нажал. И теперь, если вы нажмете Print C, Ctrl 4, да, вы увидите, что вот она равна именно этому. То есть команда INKEY сработала, и в памяти хранится вот уже много переменных. E переменная, P переменная, C доллар. Вот их все вы можете выводить на экран для работы. Следующее, что мы, с чем мы будем работать, это с командой for. Команда for позволяет организовать цикл. Ну и давайте выведем на экран несколько цифр. Например, переменную, ну я использую n, равно нулю. Дальше надо набрать to, то есть до скольки. Слово to находится на букве f, надо нажать Ctrl-F, чтобы было t, to, Ctrl-F. Ну и давайте до 10. Дальше пишем двоеточие. Нужно всю команду набрать в одну строчку, иначе она не будет работать. Когда вы уже пишете программу с номерами строк, там уже можно на нескольких строк, но тут будет именно в одной. Дальше print n, напечатать это число n, и двоеточие next n. Вот так выглядит организация цикла на ZX-спектруме через команду for, n равно 0, да. Чтобы набрать to, напоминаю, нужно набрать Ctrl-F, вот оно, слово to здесь находится. И при выполнении этой команды, пожалуйста, циферки все пробежались, да. Причем видно процесс, как это выводится, да, то есть циклы выполняются совсем не быстро, надо понимать. Давайте, у кого это получилось сделать, напишите, пожалуйста, 180. И сейчас мы с вами воспользуемся циклом еще для более интересной вещи, для звука. Вы можете изменять тембр звука, ну, например, также командой for, переменную n от 0, Ctrl-F до 10. И здесь мы наберем команду beep. Как помните, команда beep набирается tab, Ctrl-Z, команда beep. Продолжительность 0,1, высота ноты, клавиша, буква N, и двоеточие NN, next N. Вот такая команда. Мы организовываем цикл, который перебирает все числа от 0 до 10 и будет воспроизводить соответствующие звуки. Как видите, команда такая вот получилась. Кто это сделал, напишите, пожалуйста, 190. Вижу все меньше и меньше людей, кто они делают. Молодец, Андрей Савченко. И давайте еще раз попробуем. Вы можете от, скажем, минус 10 до 10. Причем можно команду beep сделать не одну, а несколько. Beep 0,5n. Да, потом можете через двоеточие набрать beep 0,5, скажем, 10 минус n или просто минус n. Ой, не то нажал. Что мне нравится, что он что не перезагружает. Да? Так, минус n и двоеточие next n. В результате получится, переберется вот такие вот двойные звуки, да, низкий тон, высокий тон и так далее. Вот такая команда. Попробуйте ее набрать. И вот так интересно она воспроизводит. У кого и с этим получилось, можете набрать 200. В принципе, на этом мы могли бы уже закончить первую часть, но я все-таки еще пару слов расскажу. Расскажу об экране. Хоть тут и есть 16 цветов у ZX-Spectrum, однако далеко устройство экрана таково, что вы не сможете любой пиксель покрасить в любой цвет. На это требовалось бы слишком много памяти. Вместо этого цвет задается целиком для знакоместа 8x8. И это говорит об особенности строения экрана. И мы сейчас с вами напишем небольшую программу с помощью команды POKE. Это команда для записи в память какого-либо значения. И мы запишем для начала в память
по адресу 16384, это адрес начала графического экрана в ZX-спектруме, число 255, максимальное значение байта. И вы увидите, что после выполнения этой команды здесь есть двоичное отображение этого самого числа 255. Давайте запишем в 16385 число, ну, допустим, 129. Что такое 129? Это 128 плюс 1. То есть тут будет пиксель вот здесь вот появится и вот здесь вот. Вот. Если вы заметили, вот здесь появился и вот здесь пиксель. Дальше можно. Дальше продолжать. 16386. Ну и какое-нибудь там еще какое-нибудь число интересное. Давайте напишем. 123, например. Вот. Вот здесь вот тоже появилось число. И таким образом вы можете заполнить весь наш экран. Да, звуки замечательные. И теперь давайте еще одну область памяти рассмотрим. Это 16384 плюс 6144. После этого хранятся, собственно, цвета знакоместа. Если вы туда запишете число 0, то у вас в этом знакоместе вы укажете, что и цвет фона, и цвет символов нулевой. Ой, не фор, не фор. Покер. И как видите, здесь появился вот этот самый. То есть с помощью этой команды вы всем пикселям, всем 64 пикселям в этом квадратике задали указанные значения. Вот так вот получилось. И сейчас мы с вами напишем небольшую программку, которая заполнит пол экрана вот этими всеми значениями. Не пол, а треть экрана. Это по желанию, но если хотите, можете выполнить. Давайте переменную x. Организуем цикл от 16384 до, у нас 32 знакоместа, дальше 8 строк, да, и в это число будем, давайте, наверное, я по-другому сделаю. От 0 до 255. И поместим в память с адресом 16384 плюс x число x. Вот такое вот двоичное значение, да? И nextx. Вот такую команду. И в результате вы увидите все эти биты в первых 256 знакоместах. Следующие 8 были бы в последующей строке и так далее. Зачем мы это показали? Ну, потому что мы с вами немножко поработаем в нашей программе и с установкой знакомест. Вот. И под конец первого часа давайте выполним еще один цикл, который переберет все числа от 0 до 32 умножить на 24, потому что размер экрана, текстового экрана 32 на 24. Вот. Знак умножить с помощью Ctrl-B набирается. Да? И выполним команду 16384, это где адрес экрана начинается, плюс 6144, где начинаются знакоместы, и плюс, собственно, число x, и это самое число x мы туда и поместим. Правда, тут будет больше, чем 256, да, поэтому нужно, наверное, x поделить на сколько? Ну, на 2. Ошибки не произошло, перепроверю. Да, надо поделить на 3, чтобы на всех хватило. И нужно все-таки тут еще минус 1 написать. Вот так вот. Вот такая команда. Поехали. И здесь вы увидите все цвета радуги на нашем экране. Если вы когда-нибудь видели загрузку ZX Spectrum, то, может быть, вам что-то покажется знакомым из того, что сейчас на экране мерцает и отображается. Звездочка, написать Ctrl-B. Чтобы набрать звездочку, пишется Ctrl-B. Вот она. Так, ну что ж, дорогие друзья, первая часть нашего вебинара закончилась.
Я надеюсь, что вы по максимуму ее использовали, поработали вместе. Дальше я, скажем так, предоставляю вам возможность просто посмотреть, потому что повторить это можно только по видеоурокам, не торопясь. Во время вебинара достаточно сложно с новой технологией. Но мы сейчас с вами приступим к самому интересному, собственно, к написанию этого самого лабиринта, который сейчас мы с вами и реализуем. Но прежде чем начнем, хотелось бы все-таки обратную связь какую-нибудь. Кто у нас еще смотрит, да, напишите, пожалуйста, нравится ли вам эта тема, получилось, на сколько процентов, по вашему мнению, у вас получилось выполнить то, что вы сделали. И будете ли вы писать этот лабиринт вместе со мной или потом в записи. Да, это было и с телевизором, и все это было не так просто в свое время. Угу. Некоторые будут в записи смотреть. Пытка, не пытка. Хорошо. Я, Игорь Тюлькин, очень рекомендую повторить это в записи, потому что это будет, на самом деле, классно. Я по возможности буду, конечно, все комментировать, подсказывать, говорить. Но еще раз напоминаю, вот это вам поможет. Если вы не знаете, как набрать какую-то команду, смотрите вот на эту клавиатуру. А также посмотрите вот эти подсказки, которые я для вас написал. Вот все, что я вам рассказал за этот час, это, скажем, тот минимум, прям, ну, минимее уже некуда, да, минимальнее уже некуда, который необходимо знать для того, чтобы это все делать. Вот. Какие клавиши? Сначала, значит, надо найти соответствующую клавишу, да. Потом, когда клавишу нашли, надо знать, как набирать тот или иной символ. И вот мы с этим всем поэкспериментировали. И теперь, собственно, приступаем к созданию нашего лабиринта. Что ж, начнем нашу программу с заставок, да? С того, что мы напишем «Здравствуйте, вот он я», и давайте начинать, да? Это мы начнем с 500-й строчки, которая будет выглядеть следующим образом. Мы должны настроить... Я тоже не все клавиши помню. Мы включим нужный цвет. Paper. Ctrl-C. Tab Ctrl-C. Это будет один. Border тоже один. Оно и сейчас так на экране, но нужно так. И команда CLS, которая очищает экран. Clear screen. Вот. Это первая команда, которая нам пригодится. Следующая команда, это 510-я строчка у нас будет, print, Ctrl-E, команда add, 1.20, ну и давайте там напишем что-нибудь вроде ZX лабиринт. Вот. Ну и что-нибудь еще, как управлять программой. Да? Давайте еще 520-ю строчку напишем, print add, 3.20, и здесь напишем... Ctrl Q A O P. Своего рода такую инструкцию выведем на экран. Вот. Чтобы запустить эту программу, необходимо набрать буковку R, Run, и нажать Enter. Вот так это работает. Ну, получилось не очень красиво, да? Вылезло за экран. Вы можете, слава богу, что это есть, вы можете редактировать строчку, да? То есть с помощью клавиши вверх-вниз вы перемещаетесь по программе. Нажимаете клавишу Escape. И у вас появляется эта команда, которую вы набрали. И здесь вы можете что-то изменить. Ну, например, выберите не 3.20, а 3.16. И еще раз запустить с помощью клавиши R, Run. Ну вот.
Вот такая заставка, я думаю, для начала достаточно. И теперь мы должны будем ждать, пока пользователь... Ну, мы можем еще какой-нибудь звук потом отобразить, но это будет потом. И напишем команду pause 0. Номера строк я пишу не случайные. У меня перед глазами листинг программы уже есть. И тут я прошу вас повторять все точно так же, как у меня, чтобы не было у вас сложностей. Да? Именно эти команды, номера строк пишите, именно такие же команды. Если захотите что-то поменять, всегда пожалуйста, но после того, как все сделаете. Хорошо? Угу. Итак. Запустим. Вот у нас ZX лабиринт, Control. Вы можете, конечно, если хотите, выбрать другой цвет. Почему цвет, кстати, тут не указал, да? Давайте вот в первой строчке тут еще и цвет тоже укажем. Tab, Ctrl-X. Ну, давайте шестой цвет, это желтый. Ну, отлично. Итак, первая часть готова. У нас есть приветствие. Теперь давайте сделаем прощание, да? То есть, когда в нашем лабиринте можно будет только выиграть. Есть игра типа Тетриса, где можно только проиграть, а у нас есть лабиринт, в котором можно только выиграть, когда все собрал. Да? Вот. И мы давайте напишем 9000-ю строчку, где у нас будет все прощание. И мы напишем congratulations. Да? Давайте напишем на, например, на 5-й строчке. Ну, можно на 16-м символе. Congratulation. Ой, вот я нажал Shift 1, восклицательный знак, и команда Shift 1 предназначена для редактирования строчки. Для набора восклицательного знака необходимо использовать... так, как тут восклицательный знак? Ctrl 1. Да, Ctrl 1 надо было набрать. Ну что ж, придется команду заново набрать. 9000, print. Значит, на 5-й строчке с 16-й позиции, или да, пусть будет 16-й, выведем congratulations, Ctrl-1. Угу. И в конце программы тоже сделаем pause 0. И фактически у нас уже заготовка такая есть, которую сначала приветствуем в начале и потом поздравляем с победой. Ну, давайте для congratulations сделаем немножко другой цвет. Для этой цели нам нужно, ну, можем прямо в этой команде добавить в начале строчку, включить цвет, ну, давайте какой-нибудь красный или бордовый какой-нибудь добавим. Ink 3. Ну, вот так. Что ж, первая часть у нас готова. Да? Я бы еще добавил 9030-ю строчку, которая включит... шрифт нормальный, Ink 7, к которому мы привыкли. А то, смотрите, программа закончилась, и у нас так этот третий цвет и остался. Это не очень приятно. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Да, это ZX Spectrum. У нас сегодня новое, хорошо забытое старое. Да? В преддверии старого Нового года мы решили вот именно такую технологию вспомнить и реализовать. Написать лабиринт. Ну, рекомендую посмотреть заново, все там расписано, как это все делается. Идем дальше. Теперь давайте добавим звуки в нашу программу. Причем звуки у нас будут не сами по себе, а в виде подпрограмм. Мы звуками будем пользоваться неоднократно, и поэтому мы с вами сейчас это и реализуем. Давайте с 5000-й строчки реализуем наши звуковые файлы. Это будет Ctrl-Z, BIP. Ну и вот тут будет, скажем, звук, когда вы собираете какой-нибудь предмет. Ну, там, елочки мы будем собирать, да. Это у нас будет команда одна бип и команда другая бип. Вот. Что-то вроде ты-дым. Вот. Дальше необходимо написать команду возврат, return. Из 5000-й строчки у нас будет такая вот подпрограмма, в которой две команды. Бип, бип и return. Тут три команды. Чтобы это вызвать, вы можете выбрать команду goSub. goSub 5000. И как вы слышите, это работает. Да? goSub 5000 издает звук.
Давайте еще парочку звуков сделаем. Начиная с команды 5100, давайте мы включим циклический звук, как это мы делали в первый час. Организуем цикл для M от 1 до 10. 5110 строчек у нас будет. Я специально поставлю 3 пробела, чтобы мы могли визуально хоть какое-то оформление, да, веяние на новых технологий накладывается желание отобразить. И 5120 строчка next. И 5130 строчка будет return. Теперь, вызывая команду GoSub 5100, вы можете услышать. Да. Команда GoSub набирается нажатием клавиши H. Вы можете набрать GoTo 5000, но в этом случае вызовет ошибку. Return без GoSub. То есть появилась команда return для выхода из-под программы, а вы под программу не вызывали. Вот поэтому так делать не надо. Итак, вот, можете еще пустые строчки добавить, чтобы все это друг от друга немножко отделялось, да? Ну, хоть как-то, да? Еще раз повторю, как хорошо, чтобы оценить, насколько хорошо современные технологии, всякие IntelliJ IDEA, Visual Studio и все остальные продвинулись, имеет смысл иногда попробовать поработать с вот такими технологиями, как все было раньше непросто. Так, идем дальше. Еще одну звуковую кампанию организуем для поздравления с победой. Да? Это будет 5200 строчка. Кстати, вы можете еще вот так сделать. Смотрите. Выбрать 5100 строчку, нажать Escape и переписать ее на 5200. В результате у вас добавится еще одна строка. Та останется как была, а новая появится. То же самое можете со следующей командой сделать. Хоть какие-то способы редактирования, да? Вот, 0,3 m, ну или 0,2, да. И следующая строчка 20 m. И 5230 строчка next m. И 5240 строчка return. Вот у нас еще одна подпрограмма для отображения звука победы. Это звук сбора елочек, это звук меню, это звук окончания игры. Вот так это работает. Сейчас программа наша не работает прямо вот напрямую. Если мы ее просто запустим, произойдет переход, неконтролируемый переход в программу, да, который не сможет завершиться. Наша программа пока еще помещается вся на экране, но уже все. Предел, да? Дальше у нас будет уже куда поинтереснее. Что ж, теперь давайте что сделаем? Давайте запустим эти самые звуки из нашей программы. Как видите, у нас тут есть место, да, зарезервировано между 520 и 550 строчкой. И здесь мы добавим 530 строчку GoSub 5100. Вот. Воспроизведем этот звук. На строчке 560 временно сделаем GoTo 9000, как будто мы уже победили, да? Ну, давайте более точно, как оно будет в конце. 2010 строчка потом уже будет, которая будет проверять, а не победили ли мы, да? И переходить на 9000 строчку. Вот напишите вот такую. 2010 GoTo 9000. То есть мы перескакиваем вот эти подпрограммы. Смотрите, настолько все это неудобно, да? То есть подпрограммы, казалось бы, должны быть в отдельном месте, но тут все по строчкам, как в ассемблере, и нам нужно перепрыгнуть все эти подпрограммы, чтобы перейти к последующей части. Еще потребуется, поможет команда list иной раз. Нажатие клавишу K для отображения. И здесь вот вы можете весь листинг увидеть. Вы можете набрать лист 9000 только, да, и тогда увидите программу только с этой строчки. И давайте здесь добавим 9010 строчку, которая вызовет еще одну музыку на 5200, вот этот вот звуки. Что ж, запустим. Вот так у нас будет программа приветствовать. И вот так она будет сообщать о том, что мы победили. Напишите, пожалуйста, все ли понятно, все ли ясно.
Интересно ли это? Будем ли продолжать или, может, свернуть вебинар? Ну, вижу, 43 человека смотрят, 16 лайков. Поставьте, пожалуйста, лайк, кто смотрит. Для того, чтобы... подтвердить, что тема интересная. И в преддверии Нового года ее можно показывать. Отлично. Что ж, в этом случае тогда мы продолжаем. Мы сделали первый экран, второй экран, мы добавили звуки. И теперь самое интересное, мы добавим картинку человечка и картинку елочки. Это еще одна возможность, уникальная возможность ZX Spectrum, которого нету в других системах. Вы можете использовать псевдографику прямо внутри программы. И этим мы сейчас и воспользуемся. Когда я вам говорил про режим псевдографики Shift 9, я сказал, что есть вот такие клавиши. Но кроме этих клавиш еще есть A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, O, до U. Вот. Вот эти все буквы от A до U в режиме G вы можете переопределять. Вы можете их нарисовать как угодно. И я сейчас покажу, как это сделать. Мы начнем в самом начале. Со 101 строчки будем выполнять следующие команды. Команда poke, которую вы уже видели. Помещение в память определенного команды. Дальше нужно набрать usr. Вот. usr набирается tab l. Набираем tab l. Вот. В usr вы пишете, какой символ вы хотите. Ну, давайте для человечка воспользуемся символом i, типа I, я. Вот. Дальше мы напишем плюс 0, который будет означать, что это нулевая строка. У нас потом будет плюс 1, плюс 2, плюс 3, поэтому вот такие вот команды. Вот. Итак, помещаем в память, которая соответствует символу i на нулевой строчке следующее число. А число мы запишем в двоичном виде. И для этой цели есть команда bin, вот она, на клавише b. То есть нажимаем tab, нажимаем shift, не, просто b. Tab B. И теперь пишем верхнюю часть нашего человечка. 00, 111, 000. Вот это голова. Вот. Каждый символ состоит из 8 пикселей. Ширина каждого символа 8 пикселей. Высота тоже 8 пикселей. И вот такая вот у нас команда. Потом идет 102 строчка, которая будет вторая строчка головы. Ну, она будет с нулем посередине. Да? Наш человечек будет выглядывать таким образом. Дальше, 103 строчка. Тут у нас будет туловище человечка. Ну, то есть шея. Вот видите, он как бы визуально рисует. Давайте, прежде чем дальше пойдем, мы нарисуем этого человечка. Вот тут вот прямо с 510 строчки давайте выведем, как он будет выглядеть. И вот здесь вот, смотрите, нажимаете Shift 9 и нажимаете букву I. Вот эта буква I у нас превратится в нашего человечка прямо вот здесь. И давайте сейчас запустим. У нас человечек пока только с головой, но все равно кое-что мы сможем увидеть. Вот. Обратите внимание, видите? Голова у человечка есть, шея есть, ну а дальше остаток от буквы I. И прямо в коде нашей программы это вот так вот и будет выглядеть. Когда мы допишем все команды, наш человечек полностью преобразится. Ну, только что я должен все-таки нашего человечка чуть-чуть влево сдвинуть, а то его как-то не очень видно. Ну вот, продолжим его изображать. Кстати говоря, чтобы остановить работу программы, не доводя ее до конца, можно нажать Shift пробел. Это быстрый останов программы. Я думаю, часто пригодится эта комбинация.
Да, Андрей Шевченко, я и предполагал, что никто успевать не будет, поэтому сразу сказал, что сейчас не обязательно все делать со мной. Но поэтому я специально в начале занятия с вами внимательно проработал все, чтобы вы потом, у вас потом меньше вопросов было, что и как делать. Идем дальше. Рисуем следующую часть нашего человечка. Это будут его руки. Сколько там? 5, кажется, надо, да? Да. Дальше. 105-я команда. Это продолжение рук. Похоже на человечка. 106-я команда. Это еще продолжение рук. Сто седьмая команда. Руки мы уже нарисовали, теперь нам будем рисовать ноги. И 108-я. Нижняя часть ног. Вот такой человечек. Видно его здесь, да? Как из нулей единиц он нарисован. Давайте запустим нашу программу. И, как видите, наш человечек нас будет радовать. Именно он будет ходить. Вот такая вот возможность в языке Basic на ZX Spectrum рисовать человечков, да? Ну, человечка нам мало, нам нужно еще елочки, да? В принципе, можно нарисовать все, что необходимо, но мы уже не будем прям так подробно. Но елочку, думаю, все-таки сегодня старый Новый год, я думаю, елочку мы все-таки с вами нарисуем. Хорошо? Вот. Поэтому давайте продолжим. Команда будет Pocky, Pocky USR. Теперь мы, давай елочку, это буква Е будет, плюс 0, bin, ну и... Будем рисовать елочку. Это будет ее заголовок. Я добавлю 110-ю строчку пустую, чтобы немножко отделить в программе все друг от друга. 112. Пок. Так, USR. Ну, я, наверное, все-таки воспользуюсь редактированием. Так быстрее будет. Ну вот, забыл поменять номер строки, в результате перезаписалась предыдущая строка. Вот. Нолик забыл. Вот такой вот. Такой редактор. Оригинальный. IntelliJ IDEA отдыхает, да? Ну, шучу, конечно. Ну, стандартный ноутпад примерно на таком же уровне. Так, а нет, дальше будет очень похоже, поэтому мы воспользуемся копированием. Это у нас будет 114-я строчка, это будет на 3 плюс 3. Дальше у нас будет 115-я строчка плюс 2. И дальше будет 113-я строчка. Это у нас будет 116-я строчка плюс 4. Плюс 5. Нет. Не перепутайте все эти цифры, чтобы все друг за другом шло хорошо. Так, и последняя осталась. 117 или не последняя? Не, она что тут? Широкая елочка, да? Вот, да, у нас будет 116 строчка. 117. И осталась 118 строчка с основанием елочки.
Ну вот, нарисовали нашу елочку, и осталось ее каким-то образом отобразить. Давайте, наверное, в 510 строчке мы нарисуем их двоих. Тут мы напишем 17, чтобы у нас и елочка поместилась. И здесь нужно перейти Shift 9, нажать букву Е. И пока это просто Е, но очень скоро это будет елочка. Вот буквально после запуска нашей программы. Вот, как видите, человечек с елочкой. Символ нашей программы. Их, конечно, можно раскрасить в другой цвет. Это будет уже в программе. Ну что, как вам? Начало впечатляет? С использованием старых новых технологий. Идем дальше. Дальше нам нужно создать лабиринт. Для создания лабиринта нам необходимо использовать команду data, которая позволит задать исходные данные для нашего лабиринта. Команду data. Это мы можем делать в какой-нибудь части программы, которая не используется. Можно, скажем, от команды 7000 начать. И тут мы воспользуемся словом data. Это набирается вот здесь на букве D. То есть нужно tab D нажать. Tab D. Data. Слово data позволяет задать любые данные, которые потом можно будет прочитать с помощью команды read. Это удобный способ для указания блоков данных. И нам нужно задать наш лабиринт. С чего мы начнем? Мы начнем с координаты нашего человечка, где он находится. Data 2,2. Это координата x, y, где человечек находится. Я еще добавлю 6,9,9, пустую строчку, чтобы отделить. Идем дальше. Команда 7001 будет задание лабиринта. Наш лабиринт будет из 8 строчек, из 7 строчек и 10 символов. И вот тут мы с вами должны нарисовать 10 клеток, 10 стенок. Для стенки вы могли бы тоже нарисовать, но я не хочу тут увлекаться этой псевдографикой, поэтому просто нажмем Shift 9 и теперь нажимаете Ctrl 8 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Это стена лабиринта. Вот таким образом. Она записывается в кавычках, то есть прямо вот в таком виде эта стена и будет. И точно такая же строчка будет 7007. Вот наш лабиринт будет в пределах этих стенок. Теперь мы можем набрать 7002 строчку. Можем тоже выдать на редактирование. Но здесь мы сотрем все, что внутри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Вот такие вот стенки. Давайте их разместим. С таким блоком данных. Так, не-не, все. Вот наш лабиринт отчасти готов. Ну, Повелос, я предупреждал, что будет непросто. Тем более, если вы раньше не работали с этим компьютером. Вот, поэтому можно просто посмотреть, чтобы по максимуму воспользоваться нашим вебинаром. Давайте мы еще 7004 строчку откроем. И здесь внутри лабиринта тоже одну стену нарисуем. Ctrl-8. Ну вот пусть такой лабиринт будет, незамысловатый. Угу. Дальше в лабиринте нам нужно будет задать эти самые елочки. Давайте где-нибудь тут их нарисуем, тоже перейдя в режим Shift-G. И где-нибудь эти елочки натыкаем, используя клавишу E. Ну видите, тут вправо-влево не работает, когда у нас елочки рисуются. Ну вот, например, так. Тоже нарисую елочку. Может, прям по центру? Не надо. Так, вот тут вот. Shift 9, E. Угу. Ну, 1, 2, 3. Давайте 5 елочек нарисуем.
И на последней строчке тоже одну елочку нарисуем. Вот такой у нас незамысловатый лабиринт получился с елочками. Координаты начала путешествия 2-2. И вот начиная отсюда нужно будет пройти и собрать все елочки. Редактирование через клавишу Escape. Вы с помощью начала, нажимая клавишу вверх-вниз, выбираете ту строчку, которую хотите редактировать. Потом нажимаете Escape, и она открывается на редактирование. Вот так это тут делается. Что ж, идем дальше. Дальше у нас, собственно, блок для загрузки и печати нашего уровня. Уровень мы задали, теперь его нужно каким-то образом считать. Да? И это считывание у нас начнется с 4000 строчки. Нет, с 1000 строчки. 1010. Где мы сначала, давайте выполним следующее. У нас будет сколько найдено елочек. Это будет переменная found. Давайте этому значению присвоим 0. Мы пока ничего не нашли. На 1020 строчке мы создадим переменную total. Это сколько всего надо собрать. Пока тоже 0. Мы в цикле будем, когда считывать наш лабиринт, считать, сколько звездочек надо показать. Идем дальше. 1030 строчка. В 1030 строчке мы создадим массив. Символьный массив M$. Доллар Ctrl 4 нажимается. Слово DIM набралось при нажатии буковки D. Да, просто D. Вот он, DIM. DIM M$. Теперь, внимание, сейчас вы должны в скобках написать два числа через запятую. 7, 10. Размерность нашего лабиринта. Чтобы набрать скобки, надо нажать Ctrl 8 и Ctrl 9. Обратите внимание, не 9 и 0. А вот тут на клавиатуре скобки, во-первых, находятся на цифрах 8, 9, во-вторых, нажимается с Ctrl. Пожалуйста, обратите на это внимание. Постоянно будете путать, к сожалению, но вот так оно здесь реализовано. 7, 10, Ctrl, 9, закрылся. Вот мы определили массив символьный, двумерный. Ну, он как бы не то, он в каждом элементе хранится один символ, в котором мы будем наш лабиринт хранить вместе с этими плюсиками. Следующая очень важная команда Restore, которая используется, набирается Tab S, Restore, вот она здесь. И эта команда указывает, откуда мы начнем считывать. У нас блок Data только один, да, но если мы начинаем уровень заново, и заново надо будет считать, то эта команда будет востребована. Также, если вы захотите сделать несколько уровней, вам тоже нужно будет указывать типа Restore плюс там номер уровня умножить на 100, что-то в этом роде. Ну, у нас только уровень один, но команду Restore все-таки все равно нужно задействовать. То есть откуда мы будем считывать? Будем считывать с 7000 строчки. Так, идем дальше. Теперь вам нужно, собственно, считать координаты нашего человечка. Это 1050 строчка и команда read. Tab A. Команда read набирается tab A. И вы считываете вот эти вот два числа, 2 и 2. Это будет x, y. X, y нашего человечка. Идем дальше. Теперь мы наконец-таки начнем считывать, собственно, сам лабиринт. И для этой цели нам пригодится цикл for. R это row. Кстати, в циклах можно использовать только переменные с одной буквы. Такая вот особенность в спектре. Начнем с единицы, Ctrl-F2, 7. Вот, от 1 до 7. Дальше в 1070 строчке мы чисто для красоты поставим 3 пробела и напишем команду border R. Даже 8 минус R. Это совсем не обязательно, но это для красоты. Когда наш уровень... Дело в том, что уровень будет запускаться, загружаться не так быстро, как хотелось бы, да? Почему он у нас маленький? Именно для этого, чтобы там он всего из 70 символов состоит. И это, тем не менее, потребуется ощутимое время для его загрузки. И чтобы развеселить пользователя в процессе загрузки, мы напишем команду border, будет край меняться. Он будет меняться, получается, от 7 до 1. И в конце будет опять же такой же синий, как у нас на экране. Дальше. 1080 строчка – это считывание. Tab A, команда read.
Считываем мы прямо в переменную m, Ctrl 4, и указываем Ctrl 8, скобку открывается, R, Ctrl 9, скобка закрывается. Вот мы считали, я еще 3 пробела поставлю, мы считали всю строчку вот массива m, строчечного массива m, 7, и все 10 символов, которые находятся там в data, будут записаны в эту всю строчку. Вот такая вот особенность, это хорошо, что это быстро считывается. Не надо посимвольно считывать, можно сразу целиком строчку. Дальше. 1090 строчка. Нам нужно отобразить на экране. Этот лабиринт. Мы можем включить инк. Ну, кстати, инк, наверное, нужно было включить до этого цикла. Можно его вынести за цикл. Да? Поэтому тут напишем только print at. Print at. На строчке R с первой командой. Почему с первой? Ну, чтобы удобно было потом всегда X, Y использовать для отображения. И мы выводим M, Ctrl 4 и Ctrl 8 в скобках R. Ctrl 9 скобка закрывается. Вот. Такая команда для отображения. Так. Еще один пробел добавлю. И я, по всей видимости, все-таки хочу добавить 1055 строчку. Видите, хотите строчку добавить, нужно, чтобы они были через десяток, чтобы можно было добавить, да? Команду Ctrl-X Inc. Inc, ну, каким цветом? Четвертым. Какой цвет у нас всех наших фигур, мы можем вот тут посмотреть, да? То есть, нет, зеленый не годится, зеленый у нас будет для елочек, да? Пусть стенки будут тогда, давайте нулевым цветом сделаем, почему бы нет? Стенки нулевым, я думаю, это прикольно. Поэтому давайте инк 0 поставим. Так. И дальше 1125 строчка. Обратите внимание, не 1010, а 1125. Потому что тут... Ну, или можно 1130. Ну ладно, пусть будет 1125. Команда GoSub 5000. У нас будет мелодия при отображении. И 1130 строчка, NextR, мы закончили цикл отображения. И дальше можем еще 1140 строчку сделать, GoSub 5100 для звукового сопровождения. И на этом создание нашего лабиринта закончено. И я должен выбрать команду лист и показать весь листинг, чтобы вы видели, что к чему у нас размещено. Кстати говоря, 550 строчку нам сейчас надо отсюда убрать и поместить ее, наверное, на 1150, да. Ну, для того, чтобы лабиринт загрузился сразу. Хотя, в принципе, ну, а почему бы нет? Ну, ладно. Я просто 1150 паузу 0 добавлю. Вот так. Вначале пусть будет как есть. Итак, запускаем все, что мы сделали. Итак, вот у нас подготовка. Наверное, все-таки паузу стоит убрать. И обратите внимание, что у нас вот лабиринт загрузился. Все черным стало. Черным, потому что, ну, вот мы такой цвет для стен выбрали. Но и елочки тоже стали черными. И вот сейчас мы с вами займемся тем, что сначала берем 550 строчку, да, которая у нас временно стоит. Во-вторых, еще раз запустим. Обратите внимание, что у нас цвет фона менялся, да? Ну, у меня есть... Так, все понятно, дорогие друзья? Все ли понятно? Мы еще не перешли к алгоритму, но, в принципе, уже большую часть программы мы написали. Я думаю... то есть до конца часа мы все сделаем. Еще 20 минут. Так, теперь нам нужно сделать... Во-первых, елочки надо посчитать. Во-вторых, перекрасить в другой цвет. Для их перекрашивания можно было бы использовать команду ink, но это очень медленно. И тут мы воспользуемся тем, что я показывал в начале нашего вебинара. Это команду poke 16384 плюс 6144. То есть прямо на экране это будем размещать. И вот тут сейчас тогда 1010 строчку мы разместим. У
Нет, не 1010, извините, 1100, 1100 строчку. Мы начнем еще один цикл for, но уже будем для столбцов изменять от 1 до 10. То есть мы будем перебирать все столбцы нашего лабиринта. Обратите внимание, тут не используются константы. И это позволяет ускорить процесс работы. Ну как, ускорить, потому что вот у нас лабиринт такой маленький, да? Поэтому это позволяет... Так, я, наверное, еще один пробел добавлю. И тут тоже еще один пробел добавлю. Вот. Дальше. 1110 строчка. Мы должны поставить команду if. U, буква U набирает команду if. Тут уже 6 пробелов надо добавить, да? И ну, будет некрасиво, потому что в одну строчку не поместится команда, но тем не менее. Если m с координатами r, c равна елочке. Елочка это Ctrl 9, не, Shift 9 и буква E. Вот. Вот. Если это равно звездочке, тогда нужно выполнить следующее. Ctrl-G. Да, Ctrl-G это Zen. Что мы делаем? Ну, во-первых, мы считаем, увеличиваем значение переменной total. Total равно total плюс 1. Количество елочек у нас увеличено. И следующая интересная команда poke. Помещаем в область памяти 16384, где графический экран начинается, плюс 6144, где начинаются цвета знака мест. И добавляем еще R умножить на 32. Так, умножить это Ctrl-B. Это номер строки умножаем на 32. И добавляем еще номер столбца, плюс C. А помещаем значение, равное тому цвету, который мы хотим разместить. А какой мы цвет хотим разместить? У нас елочки будут зелеными, 4. Но у нас они на синем фоне. Поэтому синий фон это единица, ее надо умножить на 8. Ну, или просто 8. И добавить еще 4 цвет шрифта. Ну, вот это там 3 бита младшие для цвета. Это вот эта четверка, четвертый цвет зеленый. Потом 3 бита для цвета фона. Это восьмерка означает как раз таки 1 бит, то есть значение единица. И вот там еще бит яркости, бит... Кстати, могли бы и бит яркости добавить, чисто для прикола. Елочки-то будут очень красивые. Это тогда 128 плюс 8 плюс 4. Нет, 128 это мерцание, кажется. 64 плюс 8 плюс 4. Да, вот так. Ну и, собственно, осталась последняя команда. 1120 next c. Итак. В этом цикле мы перебираем все строчки. Если находим елочку, то эту елочку мы подкрашиваем. Ну вот, видите, все елочки разукрашены. И обратите внимание, как не быстро это делается, да? Ну, можно, конечно, еще чуть-чуть поиграть. Например, у меня тут есть цвета, да, вызов GoSub 5000. Давайте, наверное, эту строчку 1125 мы уберем, а вместо этого будем производить звук каждый раз, как мы нашли елочку. Ну, это я вот так на ходу придумаю. Почему бы и нет, да? Хотя, ну, хотя ладно. А когда лучше? Сначала звук сыграть, потом показать? Или сначала показать? Нет, сначала показать, потом сыграть звук. Вот. GoSub. Это не обязательно делать, да? То есть я тут на ходу пытаюсь что-нибудь интересное придумать. Потому что всегда хочется что-нибудь давать. Ну вот. А почему бы и нет? Прикольно, да? Прикольно, елочки так появляются. Вот такой вот процесс. Что ж, нравится ли вам, что мы сделали тут? Чувствую себя в 1990-м. Ну, очень хорошо, что у вас есть такие воспоминания. Я тоже себя чувствую примерно в тех годах. И именно поэтому сегодня, в преддверии Старого Нового Года, я думаю, эта тема очень даже актуальна, востребована, и можно вот такой вот позволить себе завершение новогодних праздников, да, слегка ностальгии. Для кому ностальгия, а кому просто посмотреть, а как оно было тогда, да.
В любом случае, если вы настоящий программист и занимаетесь этим ради, потому что это ваше призвание, потому что вам это нравится, в этом случае вам этот вебинар будет очень интересным. А если это своего рода тест, да, а если вы сразу ушли с этого вебинара, не слушая, да, то, видимо, вы это не ваше, как бы это странно ни звучало. Потому что вы этим занимаетесь не ради удовольствия, а, наверное, просто для ради заработка. Ну, ладненько, идем дальше. Boom Man Boom News написал: супер, отлично. Необычный стримчанский. Да уж, необычный. Под Android это затык с лабиринт сделать можно? Все можно, конечно, все можно. Когда игрок нашел елку, да, этот звук тоже будет воспроизведен. Именно для этого мы это сделали как процедура. Вот у нас есть 5000-ная команда, вот она, эта процедура. И когда он найдет, то тоже будет производить, да? Ну, видишь, Asbrain некую, какая у тебя была хорошая возможность. Что ж, идем дальше. Теперь нам необходимо вывести, а сколько елочек мы уже нашли. Да? Это мы можем сделать на 2000 строчке. Это будет своего рода такая легенда. Да? Включим цвет 7, 7 цветом будем. И напечатаем print at. Так, у нас там 1, 3, 5. Ну, давайте 1, 3 пусть остается. На 5 строчке с 16 комбинации, 16 позиции мы напишем, сколько найдено. Found. Теперь переменная found. Обратите внимание, что надо ставить точки с запятой обязательно. Запятая — это на 16 символов перекидывает. Точка с запятой печатает друг за другом. Of и total. Сколько найдено, да? Ну, слово елка я писать не буду. Found столько-то, of столько-то. Хотя можно еще на всякий случай пробел добавить, на случай, если там будут двузначные числа. Вот. Вот 2000-я строчка у нас будет за этим. И 2010-ю строчку мы меняем. Тут не go to 9000, а если total равно found, наверное, наоборот правильно будет написать. Если мы нашли столько же, сколько всего, если found равно total, then go to 9000. Тогда мы переходим на 9000 строчку, и мы закончили нашу игру. Ну, а если нет, то на 2100 строчке мы давайте, наконец-таки, выведем нашего человечка. Это ZX Spectrum. Да, там был basic. Так, ну, человечек наш пусть будет второго цвета, красненький. Дед Мороз у нас будет. Поэтому мы сделаем Tab, Ctrl-X, 2. И теперь мы напечатаем Ctrl-E, слово Add, Y-X, там, где у нас этот человечек. И мы здесь переходим в режим Shift-9, нажимаем И человечка. Вот у нас человечек тут будет. Все, запускаем. Хотя сейчас у нас тут запускать еще рано, потому что у нас опять программа зависит. Ну, не зависит, перейдет в процедуры, да. Поэтому давайте сделаем еще одну команду, которая у нас все потом закончится. Это 4050-я строчка, потом будет go to 2100. Вот. На вывод нашего человечка. Давайте запустим и посмотрим, что у нас произошло. А где наш человечек? Вот он. Ага. Наверное, паузу тут ждать не надо. Где у нас там пауза выводилась? Вот у нас была 1150 строчка. Это уже лишнее. Ее мы сейчас уберем, сотрем и запустим еще раз нашу программу. Ну вот. Как видите, начало положено. Наш человечек присутствует. И будет собирать наши елочки. Наш Дед Мороз, да? Осталось научить его двигаться. Сделать управление с клавиатуры.
видишь, у тебя еще приставка есть. Прекрасно. Что ж, переходим к основной, к последней части нашей программы. Это управление, считывание с клавиатуры. Это будет с 3000 строчки. 3000 строчка. Мы присваиваем переменные x1x, а y1y. То есть запоминаем, будем устанавливать новые координаты нашего человечка. Дальше 3010 строчка. Здесь мы должны включить ожидание клавиши, pause 0. Дальше мы должны в переменную k, строчную переменную k, записать inkey, считать клавишу. И теперь в переменной k у нас как бы есть символ, который был нажат. И теперь мы сделаем switch. Ну, switch'а тут, конечно, нету. Все через if будет. Если k доллар равно q, значит вниз. Ctrl G L then let y1 равно y минус 1. А переменная x1 остается как была. Дальше 30-30. Хотя она будет похожа, поэтому я на редактирую открою. Если клавиша вниз нажата, тогда y увеличивается. Дальше, если нажата клавиша O влево, тогда мы меняем координату x, x минус 1. И если координата, если нажата клавиша P вправо, то мы перемещаем вправо. Перебрали все координаты. Black Manager, я тоже тебя люблю. Так, идем дальше. Теперь мы должны после всех этих изменений напечатать print нашего человечка yx. Вернее, убрать нашего человечка, да? То есть там, где этот человек был выведен, теперь мы выведем пусто, ну, потому что мы должны стереть на старом месте и перевести его на новое. Вот. Поэтому в 4000 строчке мы это выведем. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно, собственно, узнать, что находится в том месте, куда мы пошли. Мы пользуемся тем, что в нашем лабиринте по краям есть стенки, и он выскочить все равно не сможет за края, да? Поэтому мы не можем не проверять на выход за пределы экрана. А мы в переменную c запишем, что там есть, да, что там есть в том месте, куда человечек пошел. Ну, почему я помещаю в отдельную переменную, чтобы каждый раз в массив не залазить, да, мы несколько раз к этой c обратимся. Вот. И мы записываем ту координату, тот символ в новых координатах в переменную c доллар. Конечно, можно на Cubasic. Так, и 4020 команда. Теперь мы должны, собственно, проверить, что у нас тут. Опять switch делать, да? Но switch у нас только через if реализовывать. И смотрим. Если у нас пустая клетка, значит, мы можем просто перейти. Тогда что нам нужно сделать? В переменную x помещаем новую координату x1. Также в переменную y помещаем новую координату y1. И переходим на строчку 2100. 2100 мы заново будем отображать человечка в новом месте. На этом, думаю, можно пока остановиться и запустить нашу программу. Хотя нет, давайте мы еще 450 строчку сделаем. Или она у нас уже есть? Она уже есть, 2100, да, чтобы она была зациклена. И давайте посмотрим, как это работает. Ну вот, наш человечек уже появился, и мы на клавиатуре можем его управлять. Правда, он еще не умеет елочки брать, да? Он пока не знает, что с ними делать. Но он уже может ходить по нашему лабиринту, перемещаясь слалом между елочкой, да? Вот такая вот вещь у нас уже получилась.
Shift пробел для того, чтобы остановить. И надо будет опять X7 включить. Белый цвет. Теперь осталось самую малость взять елочку. Это будет строчка 40-40. Если C доллар равен нашей елочке, Ctrl Shift 9 и буква E, наша елочка набирается. Угу. Тогда Ctrl D. Мы должны перейти, мы не будем все выписывать вот тут вот все команды, да, мы просто перепрыгнем вперед на 4500 строчку, где и распишем все, что необходимо сделать, если мы нашли елочку. А мы должны сделать следующее. Увеличить количество найденных. Found равно found плюс 1. 4510 устанавливаем новые координаты. X равно X1. Y равно Y1. Дальше 4520 строчка в переменную, в массив M на место старого размещения человечка мы должны поставить пусто. Это очень важно. Если вы это не сделаете, вы сможете одну елочку брать много раз подряд. Потому что там в памяти осталось, что там стоит елочка, да, и он будет думать, что еще раз ее берет. Поэтому важно стереть из массива, убрать из массива елочку, чтобы там уже стало пусто. Вот. И теперь следующая команда 4530. Это напечатаем нашего человечка на новом месте. Y-X. Почему его нужно напечатать сразу, да? Вроде бы казалось, у нас же тут есть вывод человечка, но если его не напечатаем сейчас, то его не будет видно, пока играет музыка, да? Поэтому для оптимизации мы фактически должны, ну, то есть для визуализации, мы должны нашего человечка напечатать сразу. Вот. Вывести его. Дальше. 4540 со строчки включим звуковой сигнал о том, что елочку собрали. Goes up 5000. И 4550 мы переходим, но не на 200, а на 2000 строчку. Потому что там мы, во-первых, выводим легенду, сколько найдено. А во-вторых, проверяем, а не собрали ли мы все. И если все, то на этом игра закончится. Все, программа готова. Давайте играть. Ну вот, можно поиграть. Как видите, елочки собираются. Счетчик считает. Игра сделана. Ровно за 2 часа, как я и планировал, наш вебинар завершен. Мы с вами сегодня окунулись в атмосферу старого Нового года. Вспомнили, что иногда новое – это хорошо забытое старое, очень хорошо. И прикоснулись к тайнам вечного ZX-спектрума. Как это ни странно, но до сих пор эта тема очень актуальна. Если вы поищете в интернете, вы найдете немало видеороликов на тему ZX-спектрума, какие до сих пор пишутся для него программы. И я сегодня вам это продемонстрировал непосредственно. Пусть мы написали простенькую игрушку, но, как видите, какова была технология уже тогда, почему ZX-Spectrum революционный, что, видите, за один час можно создать несложную игру на обычном Basic, и в те времена, когда все было так сложно, да, уже был такой вот прорыв, что можно было создавать вполне конкретные программы. Так что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний вебинар. Напишите, пожалуйста, в чате краткий отзыв, что вы думаете по всему этому поводу. И я, как и обещал, дам вам образ того, что я написал, чтобы вы могли это реализовать. Сейчас покажу, как это сохранить и восстановить. Так, давайте я сначала запущу в виде игры. И в таком виде давайте мы сохраним. Сохранить образ. Так.
480. Сейчас дам вам ссылочку и покажу, как скачать и запустить это чудо. Так, готово. Вот, пожалуйста, на этой странице ссылка на образ игры. Вот, вот она. Нажмите, скачайте файл. После того, как вы этот файл скачаете, сейчас покажу, что делать дальше. Вот, когда вы скачали этот файл, необходимо в этом эмуляторе необходимо нажать клавишу F9, нажать клавишу Open, выбрать тот самый файл, который вы скачали, lab.zip, нажать кнопочку открыть, и вуаля, у вас получится то, что я вот целый час для вас писал. И вы сможете сами поиграть. Вообще, это не в моих правилах давать исходный код того, что я бы создаю. Но я понимаю, что у вас все-таки нет цели изучить ZX Spectrum, да, как бы это забавно не было, но это все-таки просто предновогодняя шутка такая. Сюрприз предновогодний. И тем не менее, я хотел бы, чтобы вы поиграли в то, что мы сделали, и посмотрели это своими руками, попробовали с этим всем поработать. Так что, пожалуйста, хотя бы загрузите. Ну, а если у вас есть желание, конечно, попробуйте написать это все самостоятельно, чтобы прочувствовать всю красоту, мощь и революционность этой технологии прошлого тысячелетия, конца прошлого тысячелетия. Конечно, это можно написать на C#. У меня есть видеокурс по Сакабану, где пишется полноценная игра с автоходами, то есть буквально там мышкой нажимаешь вот сюда, и он дык-дык-дык-дык бежит сюда. Или там по ящику щелкнул два раза, указал в другом месте, и он в этот ящик ищет кратчайший путь, переносит. Ну и там и редактор уровней, игра по сети в Сакабан. Очень интересный целый курс есть по Сакабану. Так что на C#, конечно, можно чего только не написать. Ставить елки рандомно? Не, ну, конечно, это можно, вы можете сами поменять, но тут суть в том, что, еще раз листинг все весь покажу, да, все программы, что наш лабиринт задается через команду data и может указаться так, как есть. То есть, как бы, если это игра Сакабан, да, то там нельзя ящики ставить рандомно, они должны стоять в конкретных местах. Так и здесь, эти елки, как бы, предполагается, что из них там что-то нарисовано или еще что-нибудь, да? Можно было бы 2018 из них написать или еще что-нибудь. Вот, ну вот в таком вот виде. У кого получилось загрузить образ игры и запустить, напишите, пожалуйста, 2018 в чат. Можно рандомно сделать, конечно. Все как сделаешь, так и будет. Что ж, на этом мы закончили. Спасибо за внимание. Спасибо всем. О, респект за Basic. Ну что ж, тебе тоже респект. Я старался, чтобы было круто. Я давно вынашивал эту идею. И вот мне удалось ее воплотить. Я надеюсь, вы оцените мой порыв. Да, и давайте закончим нашу программу командой save.
Если вы хотите эту программу сохранить на магнитофон, пишите команду save, название, лабиринт, и нажимаете клавишу Enter. Включаете магнитофон, нажимаете любую клавишу, и хотя бы просто вы можете оценить, сколько времени будет записываться та программа, которую мы с вами написали. К сожалению, здесь нет звукового сопровождения, а было бы весьма и весьма прикольно. Ну вот таким образом эту программу можно было сохранить на магнитофонную ленту, а потом заново загрузить, чтобы поиграть еще раз. На этом наш вебинар заканчивается. Всех, дорогие друзья, с 2018 годом. Режим ностальгии можно считать законченным. Скачать все необходимые материалы вы можете на страничке videosharp.info/webinar. И таким образом прикоснуться к вечному, к ZX вечному на нашем проекте и ТВДР. Всего доброго, спасибо за внимание и всего самого наилучшего. С вами был Волосатов Евгений Витольдович. Через 10 минут, пожалуйста, напишите комментарий под этим видео, когда появится такая возможность, небольшой отзыв о нашем вебинаре. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите программы, прокачивайте навыки программирования. И всего вам самого наилучшего в новом 2018 году. До свидания.